Цветущие сады, возделанные грядки, уютные маленькие домики и семейный отдых могут кануть в лету, считают садоводы СНТ «Восход». С прошлого лета в товариществе происходят непонятные вещи. СНТ «Восход». Волжский склон давно привлекал дачников близостью к Волге и одновременной близостью к центру города. Дачники здесь были с незапамятных времен. Теперь, как они считают, их пытаются вытеснить с насиженных мест. На выгодное географическое положение земель товарищества обратили внимание третьи лица. И, как говорят владельцы шести соток, в методах они не стесняются. В прошлом году, летом, у нас появилась группа лиц во главе с председателем, который действовал на тот момент, пытающиеся прорваться в управление. Вместе с председателем они подготовили документы, которые вышли в разрез нашему уставу. И, соответственно, вот на основании этого правлением, которое существовало на тот момент, и членами СНТ было написано обращение в прокуратуру. Произошло это осенью в октябре. Через несколько дней в СНТ начали гореть дачи. Владельцы дач связывают пожары и обращения в прокуратуру в единую цепочку. Однако это только догадки. Точку в деле поставит следствие. Тем не менее, за свои домики люди не на шутку боятся. В 90-х в Ульяновске горели киоски. Криминал воевал за бизнес. Теперь в центре города горят дачи. Интересно, кто с кем воюет теперь? Дачники говорят о рейдерском захвате их земли. В этом году в товариществе проведут газ, что значительно увеличит стоимость земли в СНТ. Пока еще ее можно приобретать за бесценок. На скупленных участках возникают непонятного рода постройки. Возводимые фундаменты мало походят на садовые домики. Это скорее рестораны или дома отдыха. Современным землевладельцам мало шестисоток, которые раньше были положены дачникам, поэтому они стараются скупить несколько участков, расположенных рядом, и построить себе небольшое поместье. Такие участки не продаются. С дачниками согласны и в районной прокуратуре. Несмотря на то, что МВД по ходатайству прокуратуры провело несколько проверок, здесь не хотят оставить людей без помощи. Такое заявление коллективное от членов садоводческого товарищества «Восход» в прокуратуру в октябре прошлого года поступало. Сейчас эта проверка до конца не закончена. Она проводится силами сотрудников подразделения противодействия экономической преступности и коррупции районного отдела полиции. Почему не проведена окончательно? Потому что, к сожалению, дважды принимались постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Мы их проверили, поскольку материал в полном объеме не был собран и не были проведены все проверочные действия. В начале марта этого года очередное незаконное постановление полиции было отменено, и этот материал вновь был направлен на дополнительную проверку. Чем начнется дачный сезон для СНТ «Восход» и, главное, как он закончится? Улправда и прокуратура внимательно следят за развитием событий. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости «Ульяновской правды».